Фестиваль «Белая Вежа» – традиционное мероприятие, ставшее давно значимым событием в культурной жизни не только Бреста, но и Беларуси. Именно с этих слов начал пресс-конференцию директор фестиваля, руководитель Брестского академического театра драмы Александр Козак. Форум уже давно ждут полюбившие его театроведы и зрители, те, для кого минуты спектакля измеряются радостью на целый год. Я считаю, что самая главная особенность этого и предыдущих фестивалей – то, что он у нас есть в городе Бресте, то, что он пользуется огромной поддержкой населения города Бреста, то есть зрителями, истинными любителями театра. Вот. И то, что нас без преувеличения любят, знают в мире. Экспертный совет фестиваля для участия в этом году отобрал драматические, площадные, музыкальные и пластические театры из 17 стран мира. В их числе Россия, Украина, Франция, Чехия, Туркменистан, Армения. И это то небольшое количество, которое примет в этом году Брест. Число желающих принять участие в традиционном форуме с каждым годом только увеличивается. Однако организаторы стараются отобрать все только самое интересное и яркое. На этот фестиваль мы выпустили в продажу свыше 9000 билетов. На сегодняшний день продано практически 70%, это 6 тысяч. Что у нас пользуется в первую очередь популярностью? Это классические произведения. В первую очередь распроданы билеты на открытие, но это традиционно, 12-я ночь. Проданы билеты на спектакль «Дядя Ваня», «Язычники», это современная драматургия, «Ночь перед Рождеством», опять-таки классика. В этом году 21-й театральный форум откроет постановка «12-я ночь» столичного академического драматического театра имени Горького. Программа форума многогранна и разнопланова. Однако, чтобы попасть на одно из главных событий года, необходимо поторопиться. Билеты уже практически раскуплены.